Здравствуйте, друзья! Я бы хотел рассказать, что в последнее время в Соединенных Штатах очень популярно вот такие продавать в магазинах как бы купоны. Это купоны. Смысл их в том, что здесь довольно распространенные какие-то сетевые магазины. Вот, например, Sea's Candies — это такой магазин, где шоколадные изделия. И вот говорят, два gift cards, okay, значит, две подарочные карты по $25 каждая за, ну, $39. То есть представьте себе, что вот вам дают на $50 карточку за $39. То есть такая хорошая, свыше 20% экономия. Вот тут в кино, ну что здесь у нас про кино пишут, я что-то так сходу не вижу. Вообще кино довольно редкая история. Ну вот, что у нас тут? Это магазин, который краской торгует. Говорят, 100% карточка за $70. И тут бывает и в Starbucks, например. Да, это смазка. Масло, замена масла для автомобилей. $150 за 100. Да? Значит, 100, за $100 покупают 150. Так, что еще? Ресторанчик рыбный. Что здесь? $100 карточка за 80. То есть так, с серьезным дискаунтом, серьезной скидкой. И мое понимание такое, что в цене, видимо, достаточно большую часть занимает именно маркетинговый расход, поэтому они готовы вот так вот это делать. Представьте себе, что магазин Костко, где мы сейчас находимся, когда он продает карточку, знаете, вот, да, Spa Finder, значит, они берут $80, так. Но Костко же тоже должна свои деньги получить. То есть для того, чтобы отдать что-то человеку за $80, да, сколько же они из этого получат на руки-то? Вот так вот интересно. Здесь довольно странный набор, чего у них тут есть. Я вам скажу. Такие секции, где торгуют вот этими gift cards, их много, и они очень разнообразные. Здесь довольно скромненько у нас.